контакта рака по проводу на минус выпрямительного моста 1В4В через предохранитель ПР4 на 100 ампер по проводу Н112 на вывод обмотки Н2. Контактор К включается. С включением контактора К размыкается его контакт в цепи проводов Н116, Э61. И аккумуляторная батарея отсоединяется от цепей управления. Разомкнувшийся контакт контактора К вводит в цепь катушки сопротивление R11 и R12, уменьшая коэффициент его возврата при снятии напряжения и при проследовании нейтральных вставок. Цепи управления будут получать питание от вывода вторичной обмотки трансформатора N2K2 через выпрямительный мост 1В4В в первый полупериод от вывода К2 по проводу N111 через предохранитель ПР3 на 100 ампер через выпрямительный мост по проводу Э65 через катушку дросселя DS1, сглаживающего пульсацию напряжения в цепях управления, по проводу Э61 контактом переключателя цепей управления, через контакты переключателя цепей управления, через предохранители ПР9 и ПР10 на 10 ампер, по проводам Н401 и Н402 в цепи сигнализации, по проводам Н49, Н66 в цепи управления, с цепей управления через корпус электровоза по проводу на минус выпрямительного моста 1В4В через предохранитель ПР4 по проводу Н112 на вывод Н2. При смене полупериода от вывода Н2 по проводу Н112 через предохранитель ПР4 на 100 ампер через выпрямительный мост по проводу Э65 через катушку дросселя DS1, сглаживающую пульсацию напряжения в цепях управления, по проводу Э61 контактом переключателя цепей управления, через контакты переключателя цепей управления в цепи управления, с цепей управления через корпус электровоза по проводу на минус выпрямительного моста 1В4В через предохранитель ПР3 на 100 ампер по проводу Н111 на вывод вторичной обмотки трансформатора ТРПШ К2. Аккумуляторная батарея будет работать в режиме заряда. Питание будет происходить по цепи от вывода вторичной обмотки трансформатора ТРПШ К2 по проводу Н111 через предохранитель ПР3 на 100 ампер через выпрямительный мост 1В4В по проводу через диод 5В в режиме нормального заряда или через контакты тумблера 7R и резистор R10 при усиленном заряде по проводу N115 через катушку дросселя DS3, сглаживающего пульсацию напряжения в цепях заряда батареи, по проводу N116 через контакт рубильника аккумуляторной батареи через предохранитель PR1 на 100 ампер по проводу N113 через аккумуляторную батарею по проводу E95 через предохранитель PR2 на 100 ампер через контакт рубильника аккумуляторной батареи
через шунт амперметра заряда батареи, по проводу на выпрямительный мост 1В4В, через предохранитель PR4 на 100 ампер, по проводу N112 к выводу N2. При смене полупривода от вывода N2 по проводу N112 через предохранитель PR4 на 100 ампер, через выпрямительный мост 1В4В, по проводу через диод 5В или параллельную цепь через контакты тумблера 7R и сопротивление R10, по проводу N115, через катушку дросселя DS3, сглаживающего пульсацию и напряжение в цепях заряда батареи, по проводу N116, через контакт рубильника аккумуляторной батареи, через предохранитель PR1 на 100 ампер, по проводу N113, через аккумуляторную батарею, по проводу E95, через предохранитель PR2 на 100 ампер, контакт рубильника аккумуляторной батареи, шунт амперметра заряда батареи, по проводу через выпрямительный мост 1В4В, через предохранитель PR3 на 100 ампер, по проводу N111 к выводу К2. Напряжение аккумуляторной батареи и зарядного агрегата контролируется по вольтметру с помощью переключателя батареи или зарядный агрегат. А ток заряда по амперметру, установленных на панели распределительного щита. Напряжение в цепях управления секций, работающих по системе многих единиц, контролируется по вольтметру, установленным на пульте помощника машиниста при помощи переключателя сигнализации. При выходе из строя источников питания аккумуляторной батареи или трансформатора ТРПШ электрическая схема предусматривает систему резервирования. Для этого на панели распределительного щита рубильник аккумуляторной батареи на неисправной секции установить в положение «Выключено», а переключатель цепей управления в положение «Аварийно». Для отключения контактора 160-го выключить автомат включения распределительного щита на блоке автоматов 216-м. Питание цепей управления неисправной секции будет осуществляться от трансформатора ТРПШ и выпрямительного моста исправной секции по проводу E61 через межэлектровозные соединения по проводу E62, соединенному с проводом E61, через контакты переключателя цепей управления, замкнутых в положение аварийно. Для питания радиостанции секции, где отключена аккумуляторная батарея, необходимо на блоке автоматов 215 секции с неисправной батареей автомат радиосвязь отключить, а на секции с исправной батареей автомат радиосвязь включить. Тумблеры 478 радиосвязь на пультах обеих секций включить. Мы рассмотрели питание цепей управления от аккумуляторной батареи и трансформатора ТРПШ.